getting you out. Here, put this on. You'll need it. You could get into a lot of trouble for doing this. Not anymore. Things have changed. We better go. What about the other prisoners? We can't just leave them here. They're gone. Hoffman pardoned everybody. Is that right? Welcome back to the army, soldier. Shit. Всем привет, с вами Квадрат. Сегодня мы начнем играть в игру Gears of War в кооперативе с моим другом Артуром. Всем привет. Игра старая, классная, но очень вообще жаркая, так что давайте погнали. Сейчас сами все увидите. Так. Так, пошли, пошли. Вперед. Получается, только два оружия, да, поначалу? Пистолет и вот этот пушка. Сейчас, да. Так, у нас два варианта. Идти в бой или обучение. Ну, конечно, мы пойдем в бой. Обучение для слабаков, да? Да. Сейчас у нас вначале не очень пушки, это пушки, короче, глистов, которые в этой игре есть. Так. Так, Артур, надо жетончики находить. Такие вот. А что у нас здесь еще есть? Выбить заклинившуюся дверь вот эту вот. Хорошо сказал. Ой-ой-ой. Так. Бери патроны. Только патронами снарядились. Опа. Пехота попала под шквальный огонь. Я не все успеваю читать. Я думаю, это не страшно. Так, вот, собственно, монстры. Еще их зовут глистами. Или окосты. Ай! Повезло парням с именами. Так, что, все? Все? Да. Бери гранаты тоже. Я тут тебя оставил. Ого. Только тут, наверное, надо их оставить на что-нибудь. Ну, в принципе, вон закинь туда, где чувак сидит. Сейчас, подожди секунду. Разобраться не могу. В использовании гранат. Ой-ой-ой. Блин, я не попал в перезарядку, у меня заклинило оружие. Можно не попасть. Нет, ожидал, что будет лучше. Все. Бери патроны, ищи что-нибудь здесь. Вообще патроны себя собирай, потому что они нужны. Да, я заметил, что быстро кончаются. Здесь вот есть вроде тоже. Вообще я проходил ее уже. И все оставшиеся части, которые есть, я поклонник этой игры. И они поэтому я решил ее записать. Да, слышу, у тебя есть патроны, нет? Здесь вот лежат. Есть. Ну все, то я забираю. У меня 775. Как так? Я с пистолетом. О, у нас выпиливают дверь, дружки. Поехали! На, на! Да! Я не понял, она что, нет? Не сработала? Серьезно? Закидали пацанов гранатами. Да блин, ладно. Что за фигня? Строили им пекло. Что-то они не сработали только. Плюс один, плюс второй. Последний остался слева. Все нормально. Это последний, да, это... Погнали. Так, что патроны у нас? Патроны не нужны, где патроны есть. Нет, у меня есть, в принципе. Бегают засранцы здесь. Ух ты! Пошел отсюда. Можно также стрелять вслепую, но это не очень продуктивно. Так, 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 так. А, ну вот это был рукопашный бой. А, Белизай. Артур, прикрой! Меня перевернули. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Он как-то резко мне вообще попал. Только не сливайся, не сливайся. Я пытаюсь, я потею. Подбеги, можешь подбежать меня поднять по-быстренькому. У меня уже все в красноте. Все, сейчас походу захлебнусь. Артур, вообще все красное, я сейчас сдохну. А как поднять? На Е подбегаешь, на Е нажимаешь. Быстрее, 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 быстрее! Давай, отлично, блин. Я там уже в соплях всех лежал. Работа.
Вот слева тут. А, вот он, урод сидит, да все, за... спину ему, да, бей ему морду рукой, все, на. Я, блин, не мог понять, то ли это он, то ли это ты. Все, вертолет наш, вот улетаем это. Отсюда, давай. Фу. Жара. Дружище, не сливайся. Атмосфера игры вообще классная, блин. Хоть согласись. Старая, да? Но она вообще классная, согласись. Соглашусь. О, все, погнали, погнали. Это что-то вырвется потом. Блин, надо быстрее. Ребята, поторопитесь. Да. Мы вовремя улетели. Кек. Какого вообще года игра? Я не помню, ты слушай. Не в курсе? Не, не помню. Нет, ну в принципе. Хоть она старая, но такая детализация довольно неплохая. Ну, нормально. Сейчас встретимся с полковником Хоффманом. Он, собственно, посадил в тюрьму Маркуса Феникса, из которой нас вот достал Доминик. Доминик — это его друг. Да, посадил, да, да. Маркус Феникс очень известный, он там воевал у нас где-то. А Хоффман его, собственно, посадил в тюрьму за то, что он не выполнил его какой-то приказ. Либо по-своему его как-то там сделал, не помню. Ну, что-то в этом плане. А вот, собственно, Хоффман. Вообще, он редкий черт. Господи, напоминает на всякие начальника. Такие персонажи, интересно. Броня у них жесткая, мне, ну, броня нравится. Ощущение, что они с детства просто их качалку подняли. Да, мне он уже не нравится, этот полковник. Сейчас посмотрим, что нам скажет делать. Он решил покончить это на раз и навсегда. Сенсоры показывают присутствие противника, сэр. Саранча. Это... тоже понятие. Она вроде координировать нас будет всю игру. Это хорошо, что она нас будет координировать. Вот саранча нас напала. Их называют по-разному. Кто называет их саранча, локасты, либо глисты, просто в разных играх. У них разное название. У нас есть световая бомба. Саранча неплохо звучит. Я могу одним ударом выжечь всю эту пакость. Но она бесполезна, если не суметь навести ее на цели. Вот за этим нам и нужен резонатор. Он проскронирует их туннели, и мы атакуем поганцев на их территории. Маркус вообще жесткий. Люблю его. Ну, Доминик, кстати, тоже нормальный. Сколько они еще выдержат? Получше. Да, сейчас вансеры. Мы потеряли связь с Альфой. Последний сигнал от них поступил с площади Эмбри. Осталось 4. Я хочу, чтобы вы добрались туда, нашли Альфу и включили резонатор. У нас будет поддержка с воздуха. Шутишь? Вы есть поддержка, сынок. Мы есть поддержка. Да, немацисты не пускают тут наши вертолеты, будете добираться своим ходом. Немацисты — это, короче, летающие дряни такие здоровые, но, по-моему, в этой части их не будет. Все чисто. Лейтенант будет снабжать вас информацией. Да, сэр, сейчас самое разумное — эвакуироваться. Вы выполняйте. Вот эти пушки-лансеры — это оружие коалиции, вообще здравое, оно имеет бензопилу и будет, собственно, сопровождать нас всю игру. Поэтому, Артур, лучше никогда его не выкидывай. Чтобы оно всегда у тебя в кармане было. От тебя я жду отдачи в 110% Феникс. Вам я ничего не должен. Еще бы в лицо ему плюнул, было бы эпично. Еще вот, слышь, Артур, нормально будет этот дробовик подобрать. Слышь? Подберем. Да, и надо это, жетончики искать. То я что-то, слышишь, забыл, короче. Вот мы со второй карты убежали сразу, но... сейчас, собственно, уже нифига не поделаешь, так что хрен с ним.
Там бегаешь, ищешь, да? Но, да блин, мы забыли с тобой во второй локации сейчас, когда перешли вот перед вертолетом. Ой, я что-то еще взял. Слышь? Забыли забрать там. Че там? Ничего нет. Нет, стрёмная пушка. Да нет, я вроде тут посмотрел в углах. Ну, мы с тобой, по-моему, один уже провафлили. А, кстати, вот как-то... Ах ты, блин, я хотел подобрать. Не, бери вот этот, бери вот. Где он? А, вот, да. Ну, он сейчас пока как второе оружие нормально подойдет. Это вот то же, с чем мы сейчас начинали. Пойдем. Жетончик прокакали с тобой только, ну ладно. Я думаю, мы еще их с тобой много найдем. Ну вот, по-моему, здесь у нас сейчас надо... У нас сейчас 2 из 33, то есть сейчас надо как бы... Получается, у нас 32, наверное, только будет. Ага, вот они побежали. Вот эта пушка вообще здравая. Сейчас попробуем с вами кого-нибудь распилить. Кстати, этот лысый боец, это Ким. 5 с плюсом, если кто не знал. А, Артур, мне дали леща. Ну, блин, ну... Сейчас. Причем как-то очень сильно. Дико. Да нет, я хотел распилить, что-то не получилось. Они прям выбежали что-то вдвоем. Ой-ой-ой-ой-ой, мне сейчас не умереть. А, все, я сдох. Ну что, у нас есть контрольная точка? Ничего пойдем. Страшного. Сейчас я распилю, кажется, все равно. Надо поаккуратнее немножко играть. Да, конечно, сейчас все будет. Лежа. Смотри. Все, уже пошла. А! Подожди, подожди, блин! Меня сливает! Давай, поднимай меня, я рядом с лысым. Потерпи. Я рядом, Артур, у меня это, кровь бежит. Постарайся меня поднять. Вот смотри, я рядом прямо. Или я сейчас опять сдохну. Вот здесь вот я, слева или справа. Я не знаю, где лысый сидит, короче, да. Вот, я вижу. Здесь все, давай. Отлично. Я хочу распилить это говно. Подожди, стой. Все, погнали. За что? Проститутка. Я не успел. Распилили его вдвоем. Да, вот жетончик, кстати. Да, следов хотел ты сказать, что жетон валяется. Так. Чик. Опа. Такие здания. Огромные. Такие, мне нравятся. Да, такие объемные. Глисты! Вот, собственно, они уже и глисты, как я говорил. Так, что, давай закинем гранату им. Я знаю, как выглядят глисты. Места будет интересно. Че, я кого-нибудь взорвал, нет? Похоже, нет. Маркус, левый фланг. Мне вот интересно... На той части последней, где мы в вертолет забегали, там были или не были жетончики? О, я уж патроны вижу. Я проверить. Да нет, вот когда мы с тобой в вертолет забежали, я что-то обрадовался, что прилетел вертолет, и, блин, в него что-то прыгнул резко, как проститутка. И это. И все. Вот эти ямы, Артур. Ох ты, ух ты, ух ты, ух ты. Где ты? Сейчас. Мы как бы не били, ранили. Где ты? Я тебя не вижу. Сейчас. А, все, вижу. Короче, вот эти ямы, которые открываются, их надо заваливать этим. Гранатами заваливаешь. И все. И тогда они перестают вылазить. Если, собственно, яму не завалить, то они будут лезть. И их будет больше. Слышь? Есть патроны? Ну, вот патроны валяются. У тебя есть? А, ты закинул уже гранату? Да. Ты так смешно ее размахиваешь. Это, я говорю, у тебя патроны есть, нет? Ну я вот у лансера. Бери, возьми. Там максимально 660 у лансера. На 200, там не хватит. Я пока экономлю его. Так. Вон у нас полезло говно. Хотя, в принципе, можно на жетонах особо и не циклиться, а получать удовольствие от игры. Но я когда на Xbox проходил, я там все собирал. Ну, ты же меня знаешь? Я тебя знаю. Я собрал все, что можно было унести. Все плюшки, да? Да. Так. Ну и блин, если собирать, тут надо просто каждый закулок бегать, обыскивать. Это как бы это накаляет
немного. Накаляет. Ну да, накаляет раз свободу игры. Это знаешь, вот мне не нравится игра Assassin's Creed, которая третья, где за индейца играть. Mm-hmm. Вот там вот сделали, чтобы миссию, типа, надо выполнить, например, там, выполните миссию там и никого не убейте, типа, опа. Ты без меня не убегай или меня телепортируют, короче, слышишь? Mm-hmm. Трупы солдат лежат. Не мертвые, да? Да, походу. Да, на Q нажимай, там их это подсвечивает. Ну, да, когда да, вот такие эти, обыскать трупы рядом с прорывной дырой. Я говорю, это ты не перебегай быстро на другие локации, а то потому что меня переносит сразу за тобой. Я там просто бегал, искал чебуреки. Я не знаю, она мне вообще сильно нравится, смотря на то, что вообще много уже времени. Игра, мне кажется, офигенная все равно. Причем компьютер нормально так играет, и это мы с тобой играем на средней сложности. Да, кстати, мы играем на геймере. Или, да, мы играем на геймере. Нет, геймер есть... это же вроде уже как сложный. Нет, 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 геймер это вот средняя, да. Вот я завалил, кстати, дырку сейчас, но... Мы играем на геймере, а есть еще сложность маньяк, но она открывается только после того, как... Ой-ой-ой-ой-ой. Пройти непосредственно так, я же вроде даже на обычный. Сейчас я подбегу. Это плохо, конечно. Быстренько, если что, вот так вот просто пробегаешь и раз, так и все. И начинаем отстреливать в говно. На этом хрен что поймешь, свой кто не свой. Все, иду распилить. А-а-а, мясо. Ямку, слышь, ямку заваливай гранатками. Опа. У меня одна гранатка осталась, сейчас я подкину туда. Да чтоб тебя. Попал? Да, вроде ты попал. Да, нет, ты промазал, она прям рядом с ней упала. Ща, подожди, там мешают подлецы эти. Так. А, Артур, блин, я последней гранатой промазал тоже. Да ладно, серьезно. Блин. Что-то я куда-то лезу тоже. Они что-то вроде, знаешь, так это вроде подходишь, короче, к ним, они ничего, блин, а это... Начинают тебя разрезать конкретно по-быстренькому, если чё... Блин, у меня перс встал, подожди. По-быстренькому подбегаешь. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Нет, надо высечь их, чё. Ай-яй-яй-яй, нет, стой. Ну, только найти, в смысле. Блин, ага, попался, урод. Вот, все, она сама закрылась. Ну, там какое-то определенное количество вылазит их, жетончик. Жетон погибшего бойца. Подобрали. А, у тебя есть патроны, нет? Подожди, аккуратно, да. Не перебегай на другую сторону. У этого. Ну да, у основного. У основного нет. Вот здесь патроны есть. У тебя сколько вообще? Ноль? У основного 160. Иди сюда, здесь патроны, короче. 780. Кстати, на Г, когда нажимаешь, можно подсвечивать, где какой персонаж. Подбеги ко мне, Артур. Да, я пришел. Бегу за тобой. А, не, стоп. Я в другой стороне. Нет. Аккуратно, то опять сейчас перекинет. Но я не спускался вниз. Короче, я забираю патроны. Все, бегу. Тут гранаты есть. Давай я возьму патроны, ты гранаты. Я тебя ищу. И там мы где яма, да? То, где мы яму закидывали. Ну нет, дальше. А, короче, я уже все собрал. Ни хрена тебе не оставил. Все, пойдем. Ах ты. Так. И не разрасходуют, будешь с пальца стрелять. Кстати, пистолет здесь вообще никчемный. Ну такой средний. Не, ну можно так. Нет, посмотри, как он стреляет. Ну шлепает. Он просто шлепает. Ты понял, что этот игру не забегает так сильно? Да вот граната, Артур, иди сюда. Да елки, как ты их находишь? И смотри, а ты осматривайся, я говорю. Чутье, главное это быстро, не бегай. Вот здесь, да вот. Где сзади, да вот я перелез. Вот там вот. Ты сильно далеко не забегай, будем осматривать местность, потом вместе убегать, потому что если, ну, убегаешь первый, то потом это, она не раскидывается, прицелит. Короче, и все. Ну, если меня перекидывает к тебе сразу. Слышь? Попытаем. Ты что говорю? Угу. Ну, подожди, вот сейчас сзади посмотрим здесь, не забегай далеко. О, вот, иди сюда, вот патрон нашел. Ящичек патрончиков, тебе как раз там хватит. Пойдем. Да аккуратненько так. Искать и бегать. Вот здесь. Спрятались тут, ну. Все, погнали. Так, что мы добрались? Ты бегаешь, конечно, в приседе. Но, а, кстати, бесконечно, как будто бы, я не знаю, атлетика. Нет, 99 уровня. Но, контрольная точка. Пепел. Рыбки в банке. Нормальная такая щель, да? Well, может быть, это альфа. Да, довольно неплохо.
Это резонатор? Нет. Такой бот просто. Пошли за резонатором. Маркус. Что скажешь? А что сказать? Может и Альфа, а может засада саранчи. Есть один способ это выяснить. Палата суверенов. Вот лысый это Ким. Он сейчас возглавляет наш отряд. Но ненадолго. Небольшой такой спойлер. Небольшой такой спойлер. Ух ты, станковый пулемет, ё-моё. Ой-ой-ой, Артур, ты слышишь? Надо, короче, на правую сторону перебежать. Но сейчас вот этого чувака вынесем. Ой, блин, а это пулемет, такое? Аккуратно. Этот пулемет сразу делает. Все, побежали, пока никто не занял его. Либо вот направо сюда, я по правой стороне пойду. Аккуратненько. А, ну, можно было вот, либо справа здесь обойти, в принципе. Так, что у нас здесь? Ничего нету. И из него стрелять можно, попробую пострелять, вообще забавный, кстати. Опа. Ой, сзади, вон они побежали. Артур, уходи в этот, в дверь, сейчас меня убьет, нахрен. Поднимай блин, меня. Да что такое? Да сейчас, секунду. По-быстренькому. Сейчас мне красное пропадет. Ух. Я тоже не счёт. Блин, газую, а. Они так-то вообще серьезно расстреливают. На, отдыхай. Отдохни, парень. Успокойся. Артур, прикрой. На, говно. Я заберу патрон? Да. Нормально. Сделал тесто. Пулемет. Так. Блин, ты из пулемета слышишь, но нормальный. Так. Жалко, вот что, в принципе, вот знаешь, они бы могли кооператив сделать на четверых, так как в команде вообще 4 человека, да, вот у нас. А почему-то на 2 только сделали. Интересно. Опа. А, это Акима, вальнули на Акима поднять. Ну, хотя, кстати, их не всегда можно поднимать, не потому что, в принципе, не сдохнут, если к ним долго не подбегать. Вроде бы как. А вот они не поднимают, мы тоже не думаем. Ну, вот знаешь, кстати, в следующих частях, короче, вот Gears of War 2, который Gears of War 3, там они поднимают тебя. И там еще знаешь, что прикольно, вот ты здесь сдох, да, просто и лежишь на месте, а там можно передвигаться. Тебя, то есть, уронили, ты можешь еще передвигаться. Сейчас я нагрею пацанов. А, все уже, да? Ну, тогда пойдем дальше. Иди по той стороне, смотри, может, жетончики что есть. Скверно? Здесь скверно? Да? Да. Патроны собирай. И все, что пригодится. О, жетон вижу. Вижу жетончик. Гранатки нашел. Ямы заваливай сразу этими. Не вижу ямы. Ну где-то полезли же. А, вон, все справа полезли. Артур, внутрь этого кольца прыгай. Есть патроны? Тут патроны лежат. Аккуратненько. Спрячься. Я закинул, вроде попал. Да, попал. Нормально. Еще где-то открывается. А, вон рядом. Да, вот. Сейчас я попробую. Так, раз, два, раз, все. Пошла граната. На. Все. Лично. Разлетелось горло. Еще вот здесь, блин. Я не понял, почему. Где? Гранаты нужны. Вот здесь. Все, вижу, вылазит. Вроде попал. А, я две даже нечаянно кинул. Да, я попал. Но только у меня гранаты закончились. Ой, что-то просила игра. О, здесь есть это. Патрончики собирай. Я если бы одной гранатой не шмальнул случайно, то она бы сейчас как раз осталась, я думаю, вот на эту яму. Там вот за спиной патроны, слышишь, если надо. Нет, все нормально. Кстати, во второй части пила работает покруче, чем, ну, в первой. А, у меня оружие заело. Ну, не знаю, тут если вот бежишь с пилой, в тебя кто-нибудь выстрелил, она гушится сразу, а там и она работает все равно дальше. Ну, они так долго умирают. Но. И дамажат, причем нормально. Все, отлично. Отлично.
патрончики. Ты взял патрон там или нет? Я тебе столько говорю, потом. Нет. Так вон там уже так лежат. Все, да, у меня есть пока, у меня есть, мне нормально, немного. Смотри. Что там Кармен возмущается? Нет, у меня бы гранаты. Кармин. Кармин. Нам сейчас придется разделиться с тобой. А мне, кстати, вот это вообще не нравится, блин, тут, когда надо разделяться. Артур, вот сейчас будем разделяться. Если ты там сдохнешь, то мы проиграем, надо будет сначала загружаться, потому что меня там не будет. Я понял. По какой стороне пойдешь, по левой, по правой? По левой. Нет, я левша, я пойду по левой. Ну ладно, пойду по правой, давай. Все, ладно. Феникс, выскорим на правом с домом налево. Все, погнали. Ты такой смешной. А ты сдохнем мы будем? Раздельно. Я не помню. Я не помню. Но тут по ходу игры несколько, ну, вроде много раз придется разделяться. И, кстати, здесь надо друг другу помогать вроде как. Аккуратненько. Аккуратненько двигайся и жетончики ищи тоже, слышь. Если вдруг на твоей стороне будут. А я с кем? А, я с Кармином пошел. Так, ну что у нас тут? Что-то у меня пока никого нету. Я слышу, ты уже воюешь. Погоди-ка. Блин. А, все, я вижу этих динозавров. Блин, Артур, мне надо, короче, чтобы ты здесь помог, здесь пулемет, потому что тебе с той стороны надо пулемет убить. Сейчас, подожди. Сейчас я попытаюсь. Тоже не могу. О, я нашел говно, я помогаю тебе. А тебе мне придется помочь, все. Я убил двоих, Артур, минус два. Подожди, я если с ним умру, мы сначала начнем, понимаешь? Я пытаюсь аккуратно. Я уже раскидал всех вроде. Проходи. Я убил, Артур, убил. Гаси я пулемет. Понял. Подожди. Патроны соберу. Ни хрена он поливает вообще нормально. Надо все проверить, сейчас подожди, все проверю. Вот черт. Ну, попробуем с пистолета отстойного пострелять этого. Давай. Да. Отдыхай. Это дверь есть. М? Тут какая-то дверь есть. Твою мать. О, нормально. Черт возьми. А типа ты АТПшного, что ли? Да, ты походу пробежал, потому что мимо. Ты не помог мне так с пулеметом. Нет, я думал просто, что комната открытая и что тут жетон есть. Так, поэтому... погоди. Я так сделал. Я вот этих убью, которые здесь сидят. А, кстати, что-то непонятно, я вот даже не помню, как мы соединиться должны были, хотя, может, так и должно было быть. Я хочу добить этих двух ботов. Аккуратно там, Артур. Опа. О, я бегу. Он просто из ниоткуда взялся. Он просто вылез из бетонки, там никого не было. Бывает такое. Погоди, опа. Так. Где ты-то именно? А, все, я тебя вижу. Прячься сразу! А, меня накрыло! Да что это такое? Надо аккуратненько было пройти. У меня уже горит. Потушись. Да. Так, а чё это? Я-то, походу, вот из этой двери должен был выйти. Чё, она не работает? Интересно. Так. Сейчас патроны возьмем. Там надо аккуратно их раскидывать. Сейчас продвинемся поближе туда. Пошли за мной, слышь? У меня есть план. Иди сюда. Где ты? Ты там в углу зажался. Тихо. У меня есть план, здесь можно сбоку пройти, короче. Сейчас я наверх поднимусь. Так. Давай, отвлеки этого козла. Ждали меня? На нахрен, козёл. Блин, аккуратненько. Но... он просто мгновенно разворачивается. Ужас, ужас. Сейчас, подожди. Ужас, не, она нормальная, но тяжелая. Нет, я просто как бы что. Погоди, стой. Я успеваю, нет? Ну да. Где ты? Можем. А, вот ты. В сильнях. Так, ну все, 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 все. Я тебе говорю, лучше сверху пройти, там нормально. Там гранаты, кстати, есть. О, Артур, ты ж садись за пулемет быстрее. Вот сюда поднимайся наверх, садись за пулемет. Вон слева пулемет. Расстреливай козлов, я пошел посмотрю. Пошел заберу гранаты. Ну, пулемет, кстати, дамажит вообще конкретно. Ну да. Так. Я гранаты хотел взять. Отлично. Могу не согласиться. Че там куда пилится? Не рад, что не перегревается. Ты так забавно там гасишь с пулемета. Так, ну че, говно?
по-моему, все. Да? Ага, отличная работа. Блин, такое мясо просто отваляется от пулемета. Так, что там? Артур, сзади, сзади, сзади! Кто-то рычит. Там рычит кто-то, но... Не нравится. Ай-яй-яй-яй-яй! Нормально он. Видел, нет? Мы там вместе с ним кричали. Парень с пивой. Так. Чем, погоди, стой, мы ничего не выбивай дверь, или нас перенесет с тобой. Здесь ничего вроде нету на этой локации. Вот я не проверил. Вроде как здесь ничего нету. Я таким сидит что-то за машиной. Я вот патроны здесь только вижу, на патроны. Нет. Ну я заберу то. Так, ну все нормально. Так, а сколько максималка у основного? 660. Mm-hmm. Все, погнали. Погнали. Так. Где? Вышибай дверь. О, гранаты. Надо гранаты? А, нет, это не гранаты, это оружие. Перепутал. Угу. Че у нас тут? Штаб, это Дельта. Так, давай, короче, здесь остановимся. Пока сохранение. И следующую серию уже начнем отсюда. Сейчас этот добазарит. Нам надо найти выход, короче, отсюда, походу. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеемся, что вам понравилось. Будет продолжение, соответственно, будем ее проходить. Всем спасибо, всем пока.